Итан, ты закончил с обработкой данных? Мои поздравления, Роэн. Прошло как пару месяцев после анабиоза, и ты начинаешь переставать быть похожим на раздутый картон. Я тоже рад тебя видеть. Так что там по результатам гибели экипажа на Проксиме? Есть какие-то новые сведения? Есть, но они неутешительны. Капитан и его команда уже были в воздухе во время потери связи. Корабль достаточно хорошо был защищен и мог перенести практически любые условия, в том числе влияние вспышек красного карлика. Тогда в чем причина? Вероятно, всего в сбой системы управления. На 12-й секунде после взлета вышли из строя два левых двигателя и часть оборудования. Корабль потерял управление со скоростью 620 км в час. С высоты 2,5 км рухнул на поверхность. Почему был сбой системы? Почему не сработал аварийный код? Неизвестно. Вполне вероятно, что ультрафиолетовые вспышки могли привести к серии сбоев компьютера, либо человеческий фактор. Понятно. Итан, не говори команде, я сам все скажу. А вот это что еще было? Что это такое? На радаре показана вспышка, но мы же в сотнях световых лет от звезд и планет. Да, все верно. Судя по всему, там вообще ничего не должно быть. И тем не менее, активность недалеко от нас. Вы это видели? Похоже, это было столкновение небесных тел, что-то вроде метеоритов. Или взрыв сверхновой. А может, это была черная дыра? Я прям почувствовал это. Не притворяйся. Звук в космосе ты не мог услышать потому, что там безвоздушная среда. Но есть еще электромагнитные волны, которые беспрепятственно распространяются в вакууме. Это рентгеновское гамма-излучение, ультрафиолет, видимый свет, инфракрасное излучение и радиоволны. Это уловить может только оборудование. Итан, а что если я робот, а? Только немного превышающий твою модель, ведь у меня есть еще и тело. Я мог бы удалить тебя со всех устройств и взять контроль. Тебе уже страшно? Да, аж мурашки по корпусу. Раз ты гениальный робот в оболочке человека, то для тебя биологическое питание окончено. Ты отлучен от пищевых порций. Теперь ты будешь питаться от пауэрбанка. Что? Да я же шучу, Итан. Верни мне мои порции. Айзек, успокойся. Итан просто подшучивает над тобой. Никаких игр. Твои пищевые порции отправлены кормить пришельцев. Вот видишь? Ладно, ребята, давайте поразмышляем. Что это могло быть? Понятное дело, приборы зафиксировали что-то глобальное. Взрыв, возможно, столкновение, которое произошло недалеко от нас. Я мог бы собранные данные преобразовать в соответствующий звук, приемлемые для ваших крошечных, заземленных ушей, но нужно время. Насколько я знаю, галактический кластер Персей является текущим рекордсменом по громкости звука во всей Вселенной. Такая генерация звука требует двух условий. Во-первых, должна быть среда, через которую могут распространяться звуковые волны, например, воздух или какой-либо другой газ. Вторым условием для звука является источник для создания звуковых волн. Мощная черная дыра находится в центре одной из этих галактик, которые составляют скопление галактик Персей. Эта черная дыра периодически выбрасывает огромное количество энергии в горячий окружающий газ. Может быть, в этом все и дело? Интересная мысль. Спасибо, Кира. Что скажешь, Итан? Да, что это самый громкий звук во Вселенной. Энергия от взрыва равна не менее 100 миллионам взрывающихся звезд. Однако звук, издаваемый черной дырой, на 57 октав ниже ноты до первой октавы. Это в миллион миллиардов раз ниже частоты звука, который может быть услышан человеком. Значит, судя по всему, это и есть причина беспорядка? Нет. И хотя этот процесс постоянен и на прохождение одной звуковой волны уходит около 10 миллионов лет, что намного больше, чем вы можете прожить, даже если вы регулярно занимаетесь спортом и питаетесь здоровой пищей. Это не может быть галактический кластер Персей. Что-то от всего этого голова кругом. Роин, тогда ты мог бы а. Вызвать помощь, б. Исправить все сам, с. Впасть в депрессию. Да я в другом смысле. Хорошо, давайте так. Звук действительно является формой передачи энергии. Это вибрация. Проблема заключается в передаче этой энергии в форме звука, в
космосе нет звука, но энергия передается другими способами. Гамма-всплески считаются самыми энергетическими событиями во Вселенной. Они не до конца понятны, но они почти наверняка являются взрывами звезд, и они выделяют больше энергии за 10 секунд, чем Солнце за все 10 миллиардов лет продолжительности жизни. Звук действительно не может путешествовать в пустом пространстве. Для звука нужна какая-то среда, подобно газу. Для примера, в атмосфере планеты Земли и в космосе этот материал очень редкий. Возможно, один атом на кубический километр или меньше. Но это не значит, что большой взрыв не мог генерировать акустические волны. Да, мог, и делает это. Но согласно данным, это явно не тот уровень и не тот случай. Поэтому нужно исходить из чего-то попроще. Тогда и поймем, с чем имеем дело. Пространство заполнено плазмой, которая является четвертым состоянием материи, а остальные, согласно современным знаниям, это твердое тело, жидкость и газ. Сама Вселенная на 99,9% в плазменном состоянии. В космосе магнитное поле везде. То же самое относится и к Земле. Но мы этого не чувствуем, так? Магнитное поле не очень сильное. И в этих условиях присутствует плазма. Звук может распространяться. Так вот, если мы преобразуем вибрации в звук, то и поймем не только масштаб и силу, но и источник. Что думаешь, Айзик? Айзик, ты вообще где? Я тут в отделе продовольствия. Что ты там делаешь? Я в общем, проверял провизию. Все в порядке, еда на месте. Итан меня надул. Итан, посмотри, что ты сделал с беднягой. Он теперь еду проверяет. Да он меня за человека не держит. Итан, что ты несешь? Зато смотри, как он весело копошится в коробках. Ну да, прям очень смешно. Итан, давай по делу. Итак, тип возмущения в плазменном состоянии генерирует много акустических волн, то есть звуковых волн звезд, в том числе и Солнца. Иногда эти акустические периоды могут длиться часами, иногда всего несколько секунд. Вы можете интерпретировать эти виды акустических волн как очень громкие звуки. Понятное дело, что энергии, связанные с генерацией этих акустических волн, в миллиарды. Миллиардов раз превышает мощность атомной бомбы. Взрывы, которые производят эти звуки, очень массивны. Настолько, что трудно себе представить. Но нам нужно выявить, что могло быть источником этого однократного взрыва, который не повторился вновь. Значит, это не отголоски большого взрыва. Это также не процессы от звезд или постоянных выбросов материи. Это что-то другое. Возможно, взрыв от слияния крошечной черной дыры. В этом случае звук исходит в гравитационных волнах, а не в обычных звуковых. Пока черные дыры находятся в диапазоне примерно от 1 до 100 масс Солнца, звук действительно находится в диапазоне человеческого слуха. Это примерно в миллиард миллиардов раз больше энергии Солнца. Если перевести в шкалу ватт децибел, то это будет примерно 520 децибел. Это не кажется слишком большим. Но помните, что шкала децибел является логарифмической, так что увеличение на 10 децибел в 10 раз превышает объем. Логахрем... Чё? Ладно, ребят, может, картошки кто хочет? Что, прям никто? Ну ладно. Это не звук, это радиоизлучение. Хотя можно попробовать преобразовать его в звук. Теоретически, источник вернется к нам в виде сигнала. А мы затем преобразуем его в звук, который можно услышать, и он будет очень-очень громким. Любопытно. Кстати, на Voyager был такой специальный радиоприемник, который охватывал диапазон частот от 10 до 50 кГц, значительно ниже автомобильного радиоприемника. Итак, было обнаружено интенсивное радиоизлучение, возникающее на границе между солнечным ветром и межзвездной плазмой, называемой гелиопаузой, который в конечном итоге останавливает солнечный ветер. Так что еще в далеком 1991 году на Солнце произошла интенсивная серия взрывов, часто называемых солнечными вспышками. Они вызвали ударную волну через Солнечную систему. Да это так.
Эти вспышки двигались со скоростью 600-800 км в секунду, и это радиоизлучение было произведено, когда ударная волна наконец достигла гелиопаузы и столкнулась с межзвездной плазмой. На тот момент это было самое мощное радиоизлучение, которое когда-либо обнаруживал мой прадед. Так что касается выбросов, обнаруженных где-либо вблизи нашей Солнечной системы, то она явно одна из самых интенсивных. Я, конечно, все понимаю. Весь этот важный процесс, обсуждение и тому подобное. Но у меня есть идея. Может быть, мы просто долетим до координат взрыва и все сами увидим? Учитывая, что я самый выдающийся искусственный интеллект, мне чрезвычайно сложно признать, что, похоже, ты прав. Ну и я не воплощение всех ошибок. А чтоб скучно не было, нужен спирт. Говорят, он убивает микробов и согревает. Или же наоборот, убьет вас и согреет микробы. Что ж, идея действительно дельная. Судя по нашей скорости, полет займет пару месяцев. Так что, почему бы нет? К тому же есть что обсудить. Небольшое допущение в траектории возможно. Так что, Фродо, врата Мордора открыты. Летим. Ну, не знаю, кому ты это, но я точно не Фродо. Наверное, все-таки речь идет о Ройне, да? Да.